очень много, все такие красивые, и все такие праздничные, и кино, и интересное. И вот сейчас будет церемония закрытия, в общем, и я предвкушаю, и я уже получила, и эмоции у меня просто меня распирают. Мне кажется, сейчас весь мир переходит на вот как вот сериальное, потому что не так много народу ходит в кино, в любой момент можно включить телевизор и посмотреть сериалы, и деньги, и, скажем так, бюджеты уже такие же, как у полных метров. Захотелось что-то красивого такого, бирюзовой воды, загорелых, в общем, пиратов, черные паруса зачем-то я смотрю, с голубыми глазами они там такие грязные все, брутальные такие, дерутся. Огонь! Огонь! Лево руля, плывем за ними. Плоть и кость. Игры престолов, конечно же, на винил. От нашей банды, от Зака, Скипа, Левита и отдела по поиску и продвижению теперь отвертеться не сможешь. Ничего себе. Какая красавица. С днем рождения! Новое веяние — это новый виток кино, наверное, да? Это новый виток современного искусства. Я смотрю «Кухню», я смотрю «Интернов», я смотрю «Универ». Если честно, я не смотрю сериалов. Мне жалко времени своего на сериалы. Я боюсь в них втянуться, но вот «Кухню» я посмотрела. Сейчас торт резать буду. Да. Я смотрю онлайн, причем смотрю их в амедиатеке, у меня прям, я еду в пробках и смотрю, естественно, «Игры престолов», да, которая крайняя серия была, «Страшные сказки», которые закончились, у меня в параллели все время 5 или 6. На первом месте, конечно же, «Shameless», это просто наше все, второе — «Карточный домик», и третье место, наверное, «Рэй Донованс», пойду после открытия, начну смотреть. Бывшая ассистентка владеет неприятной информацией о Вероне. Украла телефон с данными, которые уничтожат шансы губернатора на переизбрание. Я ходил к ней вчера с предложением, она отказалась. Пора перейти на новую ступень. Вряд ли это необходимо. Я положусь на твой опыт решения проблем. Мне нравится очень сериал «Once Upon a Time». Я еще не досмотрел. Я не знаю, чем там все закончится. «Игра престолов» я перестал смотреть. Я многие перестаю смотреть. «Жвачка». Я вижу сверхзадачу – заработать больше денег. И когда всю семью Старков убирают в «Игре престолов», я понимаю, что они запросили высокие гонорары, их надо удалить из сериала. Я «Mad Men». Мне очень нравится сериал. Один из первых сериалов, хоть и американский, но такой умненький. «Касл» я смотрел. Тоже похоже. Из чего «Касл»-то сделан? «Менталист». «Касл» – это уже тюнинг «Менталиста». «Игра престолов» закончилась. Какие свежие сериалы? Там все мысли, мозги, переживания, нервы, все остались в этом сериале. Я по какой-то странной причине понимала, что все кончится тем, что женщину, которую гипер унизили в предыдущем сезоне, она совершит возмездие. И это было как-то понятно, настолько она все была... что почему-то я это предвидела. Позор! 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 Я досмотрела «Девочек», жду следующего сезона. Ну да, конечно же, «Винил». Я еще не до конца досмотрела, но мне это было очень интересно. И в кулуарах коллеги очень много обсуждают этот сериал. Спасибо большое, обожаю «Медиатеку».